Как обычно, на встрече будет представлена команда «Тарос». Участие во встрече примут руководители благотворительного фонда «Урал», города и клуба. В ходе мероприятия участники встречи ответят на вопросы болельщиков, будет организована концертная программа и фотосессии с игроками. Все интересующие вопросы можно направить на электронный адрес либо в официальную группу клуба ВКонтакте. Напомню, встреча состоится 4 сентября в 18:30 в филармонии. Вход свободный.